Приветствую всех любителей паракорда на канале Technics Reviews. Сегодня очередное занятие в плетении из паракорда. Сегодня рассмотрим такое плетение, которое называется Дракон Соломона. Соломон's Dragon. Для этого я беру сваренный двухцветный, темно-синий, красный и пестрый камуфляж. Как выполняется плетение? Плетение выполняется на двух направляющих, поэтому я делаю две направляющих. Вот они, две направляющих. И закрепляю иголочкой для возможности начала плетения. И делаю первую закладку. Я сейчас сделаю закладочку и покажу. Сразу возникает вопрос, а зачем же еще кусочек паракорда? А вот сейчас этот кусочек паракорда вступает в действие. Я теперь могу сюда добавить и этот кусочек. И показываю дальнейшее плетение. Следующий шаг выглядит таким образом. Дальше поступаем аналогичным образом. Перекладываем третий цвет в эту сторону и, соответственно, повторяем.
еще пару раз провязываю, и на этом буду останавливаться, потому что уже все я показал, как это нужно делать, показал медленно, так что можно повторить, поэтому нет смысла занимать ваше время. Ну вот, собственно, и все. Снял я иголочку и могу теперь показать, что получается. Получается вот такой вот дракон Соломона. С другой стороны, совершенно другое плетение получается. То есть здесь такие поперечные височки, а здесь наклонный колосочек получается, узор. То есть, по идее, плетение может быть использовано и этой стороной, и этой стороной, кому какая больше нравится. Но, в общем-то, плетется оно вот так, как бы это считается лицевая сторона, и называется «Дракон Соломона». Подписывайтесь на мой канал, оценивайте мои видео, мне будет легче ориентироваться, если вы в комментах будете писать о том, что вы хотите еще увидеть, или может что-то хотите изменить в той подаче материала, которую я делаю. Я думаю, что смогу прислушаться к хорошим мыслям. На этом сегодня все. Пока-пока.